Всем добрый день. Новый заказ. Делать буду вот такой стол. Он немножко будет не такой, как здесь на картинке, потому что это как обычный клиент выбрал в интернете. То есть буду делать что-то похожее. Ну, буду делать и потом уже, соответственно, и рассказывать. То есть ножки будут здесь такие же, но вот сама крышка, я думаю, что сделаю немножко по-другому. Но опять же, как я всегда говорю, что это будет примерно что-то где-то типа такого же. Так, с чего я буду начинать? Ножка. То есть делаю две ножки. Так, что с собой она представляет? Такая конструкция, там потом вот уже эти вот лапы будут идти. Так, вот она. Здесь еще будет по длине немножко обрезаться. Так. То есть обычное стандартное решение. Значит, это делать буду, эти вот углы буду обрезать на форматнике. Хотел я купить фрезу, там есть специальная фреза под этот угол, но как-то 150 евро, честно говоря, стало жалко ради одного заказа. Если бы знать, что заказы будут еще далее, то, конечно, можно было взять, но просто так ради одного заказа не буду. Зажал. Есть места другие, куда их можно запустить. Так, ну что, сейчас просто уже покажу, как я ее делаю. То есть это уже одна готовая есть, но я уже там как-то раньше я и снял, как я это делаю. То есть пока делаем ножку. Так, угол здесь, соответственно, 22,5. Здесь это легко все просчитать. В принципе, здесь и считать особо не нужно, потому что даже на каждой торцовке, на каждом форматнике эти размеры, эти углы есть, потому что это часто используемые углы. Так что, так, ну что, делаю вот такую ножку, сейчас покажу немножко. Так, толщина здесь 25-ка, ясень. Так, ну вот примерно из таких вот. Это заготовки на другой, но толщина здесь тоже одинаковая, 25-ка. Все. Пока делаю вот такую ножку. Здесь я уже ее обрезал. Но потом я говорю, потом еще нужно будет пообрезать уже по высоте та, которая мне будет нужна. Так, пила у меня здесь стоит ДСПшная. Я здесь на другую пилу не менял. Так она у меня стоит. В принципе, она уже заточку просит, но пока еще ее не перетачивал. Пока делаю вот так. То есть немножко она прижигает, но точность нормальная, хорошая. То есть это чисто ДСПшная пила. Если видите, что она немножко поджигает, так это, в принципе, здесь ничего страшного в этом нет. Но самое главное, чтобы был четкий и хороший угол. Так, сейчас будем клеить. То есть все обрезаны. Еще раз напомню, угол 22,5. Соответственно, так, ну что, сейчас будем клеить. Ну, склейка это дело, скажем так, не слишком сложное. То есть в интернете это много есть. То есть расстилаю скотч, намазываю клеем, стягиваю потом на струбцины. Ну, не на струбцины, а на такие ленты жимные, там резинки, там все пойдет. Ну, пока сейчас уже, я думаю, что снимать будет немножко неудобно. То есть я сначала склею, но потом уже покажу, как оно склеилось. Thank you.
Так, что у нас получилось? Одна колонна типа склеенная. Здесь, конечно, все это дело будет шлифовка, обдирка. Но это такой процесс, что клей выступает, здесь уже никак, по-другому немножко, да. Хотелось бы более аккуратно, но не очень-то получается. Но это здесь я за это не переживаю, конечно. Здесь все шлифуется. Так, ну вот, пока так. То есть две колонны есть, склеенные. Там потом будут ножки. То есть склейка таким способом. Здесь на ленточные, здесь на резинка. То есть уже здесь идет все подручные средства, которые есть в наличии. Так, дальше буду показывать еще, как ножки там буду делать. Там, в принципе, сложностей нет никаких, но, возможно, какие-то возникнут интересные моменты, то я их покажу. То есть я думаю, что я ножки здесь немножко буду крепить как-то необычно, как я всегда делаю. То есть, наверное, на шпильках буду, и там на, то есть, на болты, на шпильки, там гайками. Ну, там уже дальше по ходу дела посмотрим. То есть пока планы такие, а там уже, когда дело дойдет до тегу, тогда уже там будем смотреть. Так, пока. Пускай сохнет. Так, ну и вот уже, как я с самого начала показывал, вот мы уже готовы. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует.